Какой национальный узор украшает татарскую тюбетейку? Почему чаепитие было на полу или на кровати? Для чего татарские женщины носили изю и хасите? Это была ее страховка. Если вдруг, не дай бог, женщина ругалась в семье, то женщина должна была уйти в том, в чем она есть. Поэтому это была ее страховка. Она могла продать эти монетки и жить какое-то время. Смотрите программу «Самара многонациональная» 26 июля в 18:50 на телеканале «Самара ГИС».